муниципальном центре культуры провели гала-концерт победителей детских музыкальных конкурсов. Олегу Домничу 11 лет, 5 из которых он играет на балалайке. Юный артист рассказывает, что дается ему инструмент легко. Олегу нравится учиться в музыкальной школе, поскольку он сможет в дальнейшем связать свою жизнь с этим видом искусства. Можно поступить в музыкальное армейское училище. И можно ездить по разным странам, путешествовать, и очень интересно. В конкурсе приняли участие более 120 ребят. Всего было две номинации – инструментальное и вокальное исполнительство. На гала-концерте наградили победителей. Кроме того, участники конкурсов выступили со своими номерами. Игру на фортепиано, скрипке, аккордеоне, а также вокальные номера представили юные музыканты.